Губкинске продолжает готовиться к Новому году. С ноября горожане следят за строительством ледовых городков. В них уже установили две большие елки. По традиции на площади возле Олимпа и впервые в первом микрорайоне. О праздничном оформлении города говорили на заседании депутатской комиссии. Планируется также оформить общественную территорию в первом микрорайоне. Здесь будет ледово-снежный зимний городок и будет установлена 13-метровая ель. Напомним, в этом году праздничные локации появятся сразу в 6 местах города. Бородинский бульвар, сквер Губкина и площадь возле факела украсят ледовые композиции, а полноценные городки будут возле Олимпа, Нефтяника и в первом микрорайоне. Когда эти ледовые городки все построены, и мы видим вот ту радость, которую испытывают дети, а детей в нашем городе 1/4, уже около 7 тысяч человек, и когда в наш город приезжают и жители других городов и видят вот эту вот красоту, то понимая, что праздник удался. Возле Олимпа в этом году еще одна новинка – искусственное звездное небо. Оно растянется над ледовым городком, а скульптуры будут подсвечены. Также для украшения города приобретены современные светодиодные гирлянды и украшения.